Всем привет, мои друзья! С вами Владимир, Олег и Ася. Сегодня мы решили прокатиться в лес. Проедем, посмотрим дорогу, покажем вам нашу красоту. Такая сейчас дорога на Инзерские зубчатки. Сегодня 12 марта. В таком она состоянии. Пока ехать можно. Ночью был морозец. Минус 8-10 градусов. Но от нём-то вот оттепель. Главное, что там переезд. Сейчас посмотрим в столицу, какой там переезд. Нет, переезд через столицу нормальный. Да, на легковой все. Такие лужи. Волна, думаешь, по волнам. Да, вот впереди сосна. Две сосны, влюбленные сосна. Вот она. Обнимаются. Я всю юность ездил и не видел вот этой сосны. Да, и я тоже. Ася, это ведь ты показал, да? Ну, только они же прям аж плелись друг к другу. Ну, с детства везде ездили. Я сроду внимания не обращал никогда такое, на нее. Кстати, в лесу я вот не видела, прям что. О, смотрите, верба цветет. Ой, уже распустилась. Ага, вербочка. Как рано. А когда вербное воскресенье? В апреле? Я даже не знаю. Да. Перед Пасхой или после Пасхи? Перед Пасхой за неделю. Да, ну вот. Правильно. В апреле. Бля, а вода еще же речка не вскрылась. Речка не вскрылась, Терлянка наша. Когда она вскроется, здесь уже будет труба. Да, старицы тоже. Замерзшие. Красота. Люблю это место. Вот впереди машина идет. А, трактор это. Догнали мы его. Ну тут, наверное, остановимся, Олег. Как скажешь, давайте. Ну а что дальше ехать? Как сейчас надо съезд на горе подъедем туда. А? Или нет, туда не, горе не подъедем туда. Почему? Ну, мы развернемся, встанем напротив горы. Нет, Олег, ты там не проедешь. Вот мои друзья. Олег. Ася. Мы подъехали к горе Шум. И попробуем сейчас на нее немного подняться. Покажем вам панораму. Мы идем. Ух. Какая красота! Вот такая речка Терлянка. Первая вода. Ася, улыбнись, Володя, как мы перейдем? А мы там перейдем сейчас. Сейчас там перейдем и пойдем, полезем. Сколько сможем, столько залезем.
Я весной сюда поднимался. Здесь дикий лук растет. Ага. Наверху. Рвал немного. Ну, мало здесь его. Опа. Можно рухнуть. Осторожнее. Туда тоже к берегу не подходи. Иди вот здесь вот рядышком. Так вот. А здесь глубоко? Да ну не, не глубоко. Ну по пояс будет мой. Мы поднимаемся. Такой склон. Такой лес. Устала? Ася. Да. Склон очень крутой. Очень крутой. Послушай, да? Посмотрите, какая красота открывается. Тут гора Судовая. Задышался. Вот внизу речка Терлянка. Вдали горы. Этот вот хребет Репная. Ася! Посмотри на нас, помаши нам ручкой. Привет Ютубу. Привет. Привет. Сейчас увеличу и сниму ближе панораму. Эти скалы, это южная конечность Изерских зубчаток. Три брата, так мы их называем. Ближе. Так вот. Такие мощные скалы. Ну как хорошо видно, Ась? Да. Такая вот красота у нас. Смотрите, какой мох. И вот заячья капуста. Так мы ее называем. Вот девушка любопытная. Что там нашла? А ничего. Ничего нету? Ага, как бы там кто выскочил оттуда, вот бы знала. А кто мог бы выскочить? Ну, ворона какая-нибудь. Ворона, это ладно. Ну идем вниз. Пошли. Или покатимся? Да кто его знает. Ну посмотрим сейчас. Вот такой спуск у нас. Кто как может. Но мы даем. Найда, лети, тут снег уже. Ну все. Все, спустились.
вот на фоне неба голубого. Хочу вам показать эти скалы. Скалы обрываются прям в речку. И снова уходит под лед. Смотрите, какая елочка. Красоточка стоит. Ровненькая такая. А на ней шишки наверху. Сейчас увеличением покажу. Вот такие вот шишечки висят. Посмотрите, какая шикарная лиственница. Осенью снимал. Она в оранжевом наряде была. Такая красивая. Сейчас такая стоит, высоченная. И сучок у ней, видите, как загибается отросток. Хочу еще раз показать вам гору Шум во всей ее красе. Посмотрите, какая она. На фоне неба голубого и белого снега. Ну вот, друзья мои, закончилась наша прогулка. Олег с Асей приветствуют YouTube. С вами был Владимир. Всем